спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Пятница в Самарской области малооблачно и жарко. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 32, ночью 25 тепла. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время облачно с прояснениями, плюс 28, плюс 30. К вечеру небольшой дождь, ночью 20 градусов тепла. В Тольятти днем плюс 30, к вечеру возможен небольшой дождь, ночью плюс 21. Южный ветер 1,3 метра в секунду. В Самаре в первой половине дня ясно, к вечеру пасмурно. Днем плюс 30-33, ночью плюс 25, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Температура воды в Волге плюс 19. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.